В России всегда ценились воинская доблесть и мужество, а воспитываются будущие воины с самого юного возраста. Становясь допризывниками, юноши придают своей подготовке особое значение. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав на турнире по военно-прикладным видам спорта, который прошел в Славянске на Кубани. 20 команд юноармейских отрядов, военно-патриотических клубов из Красноармейского, Каневского и Славянского районов приехали в Славянский электротехнологический техникум, чтобы принять участие в открытом турнире по военно-прикладным видам спорта «Наследники Победы» в память о нашем земляке, герое Советского Союза Иване Гавриловиче Лысанове. С приветственным словом к участникам соревнований обратился заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Сегодня, как никогда, остро данная тема в нашем обществе снова встала на высокий пьедестал. Мы вспоминаем наших героев Великой Отечественной войны, но думаем о наших героях, которые сегодня на границах обороны нашего российского государства выполняют свой долг военный. Мы уверены, что каждый из вас чтит память и надеется в будущем стать серьезным защитникам нашего государства, поддержать идеи и инициативы нашего президента, нашего правительства. Я поздравляю вас всех с началом сегодняшних соревнований, уверен, победит сильнейший. После торжественного открытия команды приступили к разборке, сборке автомата Калашникова и к снаряжению автоматного магазина 30 патронами, стреляли из пневматической винтовки, подтягивались на перекладине, выполняли комплексное силовое упражнение «Челночный бег» и, конечно же, была и военизированная эстафета. Для участников соревнований они послужили отличной школой воспитания характера, укрепления физической формы и совершенствования воинской выучки. В упорной борьбе золотые медали завоевала команда «Будущий воин» из станицы Петровской. Для петровчан эта победа не в новинку. Они давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. Серебряные награды были вручены ребятам из Беркута Славянской 12-й школы и бронза у команды «Патриот» Славянского сельскохозяйственного техникума. Медалями и грамотами были награждены лучшие команды и победители в личном зачете, а командам-призерам были вручены и еще и кубки.